Моя давно пропавшая дочь наконец вернулась. Надеюсь, мой древний свиток у тебя. И после стольких лет это первое, о чем ты спрашиваешь? Да, свиток у меня. Конечно же, я счастлив видеть тебя, дочь моя. Неужели обязательно произносить это вслух? Ах, если бы только твоя предательница-мать была здесь. Я бы заставил ее посмотреть на это воссоединение, прежде чем вздеть ее голову на пику. А теперь скажи мне, кого это ты привела в наш зал? Спаситель. Это мой спаситель, которому я обязана свободой. Прими мою благодарность за возвращение моей дочери. Скажи мне, как твое имя? Я Харкон, здешний лорд. Моя дочь уже сказала тебе, кто мы такие. Не просто вампиры. Древнейшие и сильнейшие в Скайриме. Сотни лет мы жили здесь вдали от тягот этого мира. Но всему этому пришел конец, когда моя жена предала меня и скрылась с тем, кого я ценил более всего. Тебе посчастливилось оказать мне великую услугу. И я должен наградить тебя. Есть лишь один дар, которым я могу отплатить тебе за спасение древнего свитка и моей дочери. Я предлагаю тебе мою кровь. Прими ее, и ты станешь львом среди ягнят. Люди будут дрожать при твоем приближении, и ты никогда больше не будешь бояться смерти. Тогда ты станешь добычей, как и все смертные. Я пощажу твою жизнь на этот раз, но буду вынужден изгнать тебя отсюда. Может быть, ты нуждаешься в убеждении? Узри мою силу! А теперь делай свой выбор. Да будет так. Ты наша добыча, как и все смертные. Я тебя изгоняю.